случае. Ну, военные, я думаю, тоже не исключение. Ну, это просто ночью-то делать засады проще на машине. Маскировка там, вся такая. Ну, знаешь, у нас тут бэтлер, все дела. Ну, ночью бой-то вести всяко сложнее, чем мы. А самая передняя машина, это что? Бэтлер. Тоже бэтлер? Нет, впереди там УАЗ. А, в разведке УАЗ? Впереди УАЗ ДШК. За ним бэтлер. Потом еще одна машина с конвойными. Потом мы. И в конце... Подожди. Грузовичок с бубликом. С боеприпасами. С бубликом. С одним. Он, кстати, один едет, вообще скучно. Там и странный конвой, а в чем мы везем-то груз? В карманах. Груз, мы просто едем туда. Груз в карманах. Мы и есть груз. Груз 200. Пока еще нет, надеюсь. Не надеюсь, что не станем. 200, это же убитый, да? Да, да. 300 ранен. Я 400. Нет, 200 убитый, 300 ранен. А 400? Да нет такого. А так и есть? Не знаю. Ну я знаю, что это вроде как по зай, ну, по бумажкам, типа. Там форма номер 200 это форма на убитого, форма номер 300 форма на раненого. Ну, наверное, да. Интересно, у них эти платки прям... Опа, контакты. Контакт слева, прием. Направо, 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 где право. Март, я панчес, я панчу. Так, блядь. Я так и Март, думал. Статмейстер. Я Март, статмейстер. Стреляй хотя бы на все, что тебе кажется. А я нихера не вижу. Дышмана, Март, Дарюн. Ёбаный урод. Як, Дарюн. Дарюн, 200 метров. Ду, Март, Дарюн. Чё там вообще прозвучка? Все живы, никому медикаменты не нужны, никого вылечить. Я имею в виду врага, видишь? Они где-то на горе. Держимся до подхода подкрепления. Я в кого-то пострелял, но никто не попал. Да, стреляй. Ребят, вы хотя бы за камнем бежали, я не знаю. Март, ду, сатметр. Я за. Дышманон, Март, Дарюн. Март, Рос, Сатметр. Молодые люди, у кого есть патроны пулемета? Thank you.
Прием, господа, вертолет свой? Свой. Да. Молодые люди, посмотрите, у кого есть с собой этот самый. Да все уж. Мы справились. Ой, это было весело. Троеточек. Четвероточек. О, я даже одного.